Всем привет! Я сегодня такая радостная, вообще у меня прям вот нет слов. Только от меня ушел курьер, значит, рассказываю, что мне привезли. Вообще всю историю рассказываю как есть. Пару дней назад со мной связывается представитель компании Helby. Это по поводу моего фитнес-браслета, который я носила все время, а последний месяц не ношу. Потому что у меня началось раздражение на руке, я его перестала носить. В общем, пишет мне представитель, говорит: «Яна, здравствуйте, мы не видим отчетов, то, что они обычно собирают отчеты и раз в неделю присылают еще на электронную почту отчет. Мы не видим от вашего браслета отчетов, они не поступают. Вам что, не нравится браслет?» Я говорю: «Нет, вы знаете, мне очень нравится браслет, но я не могу его носить, потому что вот у меня началось раздражение. Видимо, аллергия там или что-то такое». Молниеносно мне пишут: «Яна, что ж вы не сказали раньше? Мы вам просто в течение 2-3 дней браслет поменяем на новый». Меня так: «Как это? Как это поменяем?» Причем он у меня был поцарапанный, я прислала фотку, у меня две такие глубокие царапины на браслете. А мне говорят: «Нет, ничего страшного, мы отправим браслет на экспертизу, вдруг там брак, может быть, это не у вас аллергия, там мало ли что, мы отправим браслет, а вам пришлем новый». Вот сейчас мне прислали новый, я теперь снова буду его носить. Ну, у меня будут считываться все данные, будут у меня уведомления о воде, о стрессе, обо всем, что вот отслеживать мой сон, все как вот... Мне нравится этот браслет безумно просто. Я так расстроилась, когда у меня началась эта аллергия. Причем я у представителя спрашиваю, я говорю: «Мне как полностью весь комплект отдавать с чеками, со всем?» Он говорит: «Нет, Яночка, что вы? Вы просто отдайте вот нам сам браслет без зарядок, без всего. Мы вам привезем новый». И вот сейчас привезли полностью новый комплект со всеми зарядками, со всеми документами, второй комплект. И сам браслет. Я сейчас поменяю просто на свой фиолетовенький. Вот она, фирменная коробочка, все. Так что все, я сейчас его ставлю на зарядку и буду снова его носить. Уважаемые представители компании Helby, я не ожидала, что у вас такое отношение к клиентам, что такие вы отзывчивые, все. Вот честно, от души спасибо. Мне действительно очень нравится ваш браслет, и я очень тронута вашим вниманием. Просто вот спасибо вам большое.